сами по себе мы сами. Какие мы, ха, такие с нами и сани. Я бы сейчас этого даже бы не писал, если бы до сих пор где-нибудь отвисал. Да и хуй знает, что бы вообще сейчас со мной было. Всех этих реально кобыл я просто взял и забыл, просто взглянув в души ее зеркало. С одной тух, как пятый айфон на морозе. Экранчик, блять, мерк. Мало скажу, что вот это особенно. Таких людей на планете нету и сотни. Она заряжает меня, как с фонариком сотик. Реально, брат, на неделю хватает. С ней мое время по-волшебному тает, как лед на пляже в Паттайе. С ней мы летаем, куда заведут закоулки рассудка. Нам не важно, какие знакомы мы сутки. Нам интересно, среди прочего, суть. Нас спасут, мы смеемся. Жизнь принимаем, мы с жизнью не бьемся. Пока бьется моторчик внутри, себя не закрывать надо. Себя надо дарить. Захотите, не откажусь повторить. Нет. Это большого начала срез предварительный. Даже можешь плюхи сварить. Это не будет так парить. Ха. Это не будет так парить. Не будет. Не будет так парить. А знаешь что? В кариэм отражении парень. Луна висит до рассвета над нами. Такая одна, такая одна. Не видно дна. Отражение парень, луна висит до рассвета над нами. Такая одна, такая одна. Не видно дна, такая связь не видна. Это магия, брат.